Приветствую, дорогие друзья. Продолжим проходить Resident Evil 3 Nemesis, ремастерит и так далее. Посмотрел немножко я так видос, которого ты заснялся. Конечно, харя мне страшная, ну, жирный урод, ничего не поделаешь, но посмотрим, может так нормально будет. В общем, двигаем булками к следующему месту нахождению. Куда нам там надо, непонятно. Да, управлять, конечно, стрелять очень тяжело. Самонаводка бы, конечно, очень бы пригодилась, потому что, ну, как-то пытаться наводиться. Она вот дергана, вот оси мышкой. Вот мышкой. Мышкой идеально, просто идеально. А этой хуйней, это надо еще постараться попасть прямо в голову. Это будет... Короче, это будет больно. Так, я пока кондишн включил, может его слышно даже, но надо чуть охладить, потому что кудахтер на 82 градуса долбит в хату, а еще и так лето жарко, хотя и дождик идет. Так, что у нас тут? Первая полоса желтой газеты. Каннибалы-убийцы, неаппетитная история. Туманным утром 25 сентября полицейский участок Ракун-Сити позвонил взволнованный горожанин. Произошло дерзкое нападение. Некий растрепанный бродяга напал на прохожую к северу от художественного музея Лэмс. Прибывший на место офицер полиции обнаружил в мусорном контейнере изуродованное и расчлененное тело женщины, покрытое следами множества укусов. Очевидно, несчастная была съедена, и это третий подобный случай в Ракун-Сити за последний месяц. Так кто же виноват? Кто превращает людей в стейки? Нас в New Comment гложет чувство, что больным так называемой каннибалической болезнью, которых по идее с августа бесплатно лечат Спенсер Мемориал, стало не хватать еды в больничной столовой, блядь. Что, белый делириум тремор у них, что ли? Наши репортеры отправились в Спенсер Мемориал за правдой и вернулись с добычей, от которой у вас, дорогой читатель, волосы дыбом встанут. Подробности в следующей стране. На следующей странице. Где, блядь? Больше нет. Страницы кончились. Так, что тут? Ничего. Да и бегать неудобно, вообще хуя неудобно. Алло, Джилл, это снова я. Ты уже поднялась? Как раз этим занимаюсь. Какой у нас план? Старый здоровяк помог расчистить путь. Может попробовать сделать так, чтобы метро снова заработало? И как это сделать? Сначала установим подачу электричества. Как доберешься до главной улицы, я расскажу, как попасть под станции. Поняла? Постараемся побыстрее. Восстановить питание под станции. Понял. Блять, ужасы какие-то, блядь. Кто там щелкает? А побыстрее. Травка. Зеленая, зеленая трава. Без порох. Сюда лут. Подожди, а ножичком? Слышишь? Этот нож потому и называется универсальным, что пригождается в любых, даже самых безнадежных ситуациях. А, нужен ключ. А у меня нет. А где взять? Красная трава. Так, а как... Объединение. Ага, понятно, но это я помню. Так. Объединить. Полностью восстанавливать запас здоровья. Хорошо. Так. И чё? Чё? А чё встало-то? Не понял, блядь. Что за зависание?
чё, блядь? За хуйня, не понял. Все же должно работать нормально. Кто это, блядь, щелкает нахуй? Записка. Травы в полевых условиях. Учебник травоведения, понятно. Зеленая травка плюс красная, либо зеленая трава X3. Спрей. Самостоятельно его не приготовить. Увидишь, бери, пока все. А теперь заканчивай, пошли пипи. Давай по пивасику, блядь, по козлику темному. По жигулевскому, блядь. Кто это? Какие-то дядьки, блядь. Что это? Kid Bros Railway. Че? Не, использовать не надо. Я, наверное, даже смогла бы включить эту штуку, если бы знала, куда вставлять. А вон там вот какое-то гнездище есть, туда и вставь. Опа, печатная машинка. Есть еще ящик. Давай травку сохраним. Музычка. Музычка сейф-рума. Джил стандартная, блядь. Одно сохранение. Я вроде больше ничего такого не вижу тут. Надо потом резко так оп, оп, адска, на нахуй, на, блядь, мразь. Как-то так это работает. Блядь, какие-то звуки стрёмные, пиздец. Кто? Ага, здорово. Так, ползи, ползи туда. Угадал. Еще выжившие. Надо завести уже этот город, блядь. РБ. Ага. Ага. Тай, блядь. Зайти никак. Хуяк. Не. Догоняй. Здесь я ничего не вижу. Нету никаких там, блядь, припасов, боеприпасов. Ну-ка, 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 блядь. Ну-ка, ну-ка. Да иди в пизду-ка, блядь. Ебабошка, блядь. Что за хуебесы орут? Хуебесы, блядь. Ты заебал, откуда ты взялся? Ебанутый, блядь, что ли? А что делать? А как быть? А, блядь, да я не туда же. Да, ты иди, ты иди, бись, блядь. Какой заебали-то? Да, да нахуй, блядь, мне нужно с тобой общаться. Ай, блядь. Ай, блядь. Нахуй я травку убрал. Они не пройдут, да? Все, блядь, там стоят. Я ж нажимал, блядь. Вот так вот, блядь, рывок, нахуй. Так, эти, блядь, надеюсь, не пройдут. Я, блядь, голова нахуй. Похоже, что мне сюда. Опять, блядь, ключик нахуй. Может, блядь, ножик? Ага, хуй. А где искать их? Есть в бардачке, может, что-нибудь. Так, вы там шелестите, конечно, но меня не трогайте. Еще порох. Хорошо.
Карлос, я на главной улице, куда дальше? Видишь высокую опору линии электропередач? Подстанция как раз там. Чтобы попасть туда, проберись через переулок. Через переулок, в котором пылает огонь? Возможно. Ну, Каланча, вроде тебя мелкие огоньки не помеха. Да пошел ты нахуй, бля. Каланча, бля, саранча, бля. Ба. Бать мне хуёво, опасность. О, заебись. Так, блядь, не дури, блядь. Как и с бочкой, я чувствую, что она взрывоопасная. Подтушить, да? Ну тут, походу, надо что-то вставить, да? А что вставить? Ага, блядь. Охуительно. Так, вот. Сейчас пиздаем. Давайте так, побольше, чтобы поближе. Пизды, блядь. Ха-ха, я тут. Нехуй, блядь. Заебал. Скажет, блядь, расисты, нахуй, блядь, тут негров, блядь. А белых, что, блядь, не расизм, нахуй. Блядь. Хуйней страдают. Жаль, блядь. Ой, бля. Ой, бля. Вот эта хуйня, ну-ка, бабах. Ой. Ну как, блядь, наводиться-то? Ай, блядь. Какой ты хуёвый, блядь. В смысле ты, блядь, встала еще, блядь? Поденец, тварь. Ебал нахуй, блядь, лежи, не вставай, блядь, не делай мне нервы, блядь, сегодня. Мадам, блядь, лежите. Не вставайте, блядь. Под патроны, блядь. Под березовики, блядские. Под осиновики. Куда идти? Что-нибудь есть? Порошок. Заебись. Это заебись. Так, есть лестница туда, есть проход еще сюда. А почему бы, блядь, в темноте не пошариться? Сейчас какой-нибудь еще уебище выскочит. Металл, блядь. О! Что это, блядь? Замысловатая коробка. Нахуя? Травка, заебись, муравка. Ну, я понял. Забрать. Давай заберем. Изучим сейчас, подожди.
Объединить. ЗЗ, блядь. Изучить. Что-то есть. Красный камень. Так, блядь, уже холодно. Персик. Заебал. Искусственный рубин. Похоже, его можно куда-то вставить. Куда? Оставить или положить? А пока оставим. Давай сохранянку сделаем. Мы там перестреляли кучу демонов. Блять, вы... дышит хуёвый. Хуёвый какой. А, нет, блядь. Пока лежат. Персик, спокойно, блядь. Лежим. Лежим, не вставай. Прошу тебя, не вставай. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Как бы так сделать? Всем приятно. В череп, блядь. В череп, нахуй. Дорезать, еблана. Все, разлегся, блядь. Он заебался. Куда бежать? Напугал, блядь. Ебло, блядь. Не ожидал. Блядь, хуй тебе весь обрежу. Еврейское убийство, блядь. Пизда, блядь. Травка, блядь. Батя, он выскочил, блядь, как ебабо, блядь. Хуебес, блядский. Как это, блядь, называется по-другому? Иначе не назовешь, блядь. Он... Да. Так, мы оттуда вышли, да? Вот тут есть проходик. Давайте посмотрим. То есть патрончики. Патрончики-то заебись. Я надеюсь, они не воскрешаются потом, знаете, не дополнительно не ходят. А хочу, блядь, так позачищал чисто и все, блядь. Спокойно гуляем. Что-то много куда можно пойти. Ага. А, дядя. Ты, блядь. Улыбки, как у меня, блядь. Красивая, блядь. Что, блядь, везде можно походить. И можно сюда, Кайтброс Рейлвей. А здесь? А, здесь надо по Кусаки взять. Здесь надо найти по Кусаки, понял. Как бы потом, блядь, не пришлось блуждать, блядь. Чего там жрете? Вот этот хуй встанет. Блять, встанет, отвечаю. Смотри. Пиздык. А, тухните. Тухлые, блядь, ребята.
А, это она, блядь, ползет, мразина. Да ты охуела, что ли, сегодня? Так, никто там не крадется. Но это был контрольный. Башка взорвалась. Это заявка на победу, по-любому. Так, объединить. Освобождаем место. Ах, хуёвый какой. Вздумал наебать меня, да? Чё, блядь? Всё. Лежим, получаем охуительное удовольствие. Опа, и тут подъем, да? Туда зайти, сюда зайти. Бля. Сейчас везде можно походить. Давай зайдем. Блять, опять та же самая негритосина лежит. Травочка, муравочка. Деньги бери, блядь, с кассы. Не дури. А нет, блядь. Надо тыкать, проверять их. Хуй его знает, блядь, что у них в голове. Так, это что? Тёлка? Колми. Хуй тебе. Аквакур. А что это? 9 влево. О, так это как эти загадки, блядь, во втором резике. Подождите, сейчас запишем. Для этого всегда есть блокнотик под рукой какой-нибудь. Этот... Рецепт энчилады даже есть. Так. Пишем 9 влево, 3 вправо, 7 влево. Где-нибудь да и пригодится. Еще показалось, но кто-то ползет. Нихера ее припечатала машины. Неудача. Тварь. Опа. Высокое качество порошка. А еще? Ну, это для дробовика. То есть... Надо еще один порошок. Правда, у меня место кончается. Его бы сбагрить по-хорошему. Куда-то. Ну, идем в кейтброс, зайдем. Мы тут как бы все посмотрели, есть еще какой-то подъем наверх. Ну, пойдем по... Подожди. А, тут закрыто. Опять темно. Опять лежат. Ждут меня, хотят кусать. Кусать хочешь? Хуйман. Ебаная скотина. А сюда никак? Слышишь? Не, не бьется. Ага, друг, блядь, любезный. Как ты, блядь, зарычал нахуй на меня? Рычит, блядь. Что ты делал? Шланг в задницу вставлял или что? Кстати, пожарный шланг... Ой, блядь, а место-то все. Кончилось. Записка работника метро. Беспорядки за несколько дней превратились в катастрофу. Пришлось купить дробовик. Друг с...
совсем беда начнется. Запру его пока в оружейной стойке. Думаю, мародеры не доберутся. А пока поищу патроны, где только смогу. Когда начнется, обрежу цепь. И вот он, голубчик. Молюсь, чтобы мы все выжили. Так, надо запомнить. Здесь где-то дробовик. Ага. А, мне нужны покусаки. Без покусак я не открою. Дробач не достану. А где взять покусаки? Опять ключи. Где эти ключи брать? Чтобы открыть дверь или лишить головоломку с помощью предмета, выберите его и нажмите «Использовать». Головоломка. Ручная граната. Некуда сувать. Порох. Ну, типа, придется, чтобы не оставлять зря. Да, патроны дали, но их надо куда-то спрятать. Мне бы сейф-рум найти где-нибудь здесь поблизости. А то это не дело. Это должно быть офисы метрополитена. Опа. Здорово. Привет, Чарли. Из шоколадной фабрики. Вильвонка, Вильвонка, шоколадный пиздобол. Что это? ЖД братьев кает руководство. Безопасность на подземных железных дорогах. При прекращении подачи электричества система метро автоматически отключается. После установления подачи энергии укажите на панели управления станции, где поезд будет останавливаться, а также используемые пути. Если маршрут проложен с ошибкой и не отвечая требованиям безопасности, операция будет прервана. Чё, бля? Пять ключ. Да где их брать, эти ключи-то? Я сейчас вообще не понимаю. Столько замков. Ничего. А, это, наверное, сюда нужно будет в будущем прийти. Когда мы восстановим электропитание. Лежите, не вставайте, блядь. На улице тихо. Так, там мы были, сям мы были, теперь наверх. Завалили проход. По патрончике это только в пуке. Ага. Здрасте, блядь. Блядь. Руки тянет. Чудище лесное. Что, у меня уже внимание, да, появилось. Сделано в Германии. Не, ручная граната, конечно, думаю, пригодится против толпы, учитывая то, как я стреляю. Это, блядь, зубами щелкает. Ага. Что это было? Какие-то звуки стрёмные, страшные. Дневник владельца аптеки. Новый тоник для волос от Umbrella просто сметает с пола. Хотя неудивительно, их продукт всегда работает на ура. Хотя и заказал большую партию. Уверенность окупилась буквально. Продажи растут и вырастают еще, когда все узнают. Поговаривают, что когда
что где-то случились беспорядки. Надо подумать, не купить ли сейф для пущей сохранности кучи денег. Но сейф идеальный, никто не знает код. Даже моя дрожащая женушка. Секреты разлю только с королевой Аквакур. О, а она никогда не скажет его ворам. Вот, скажет, блядь, скажет. Подожди, что это? Так, влево 9. Подожди, влево 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще раз. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прицел. Заебись. Охуенно. Сейф, блядь, для прицела. Спрашивается, Пентру, нахуя мне вот эта вот красная точка? Она быстрее прицеливается. Ну, типа, когда прицеленный, у тебя больше шанс на крит попадание какое-то. Порох. И что мне его в задницу засунуть? Ну, мы можем тогда травку использовать. И забрать порох. Никого нету. За крабсбургер. Непонятно. Слышу, блять, кто-то чавкает. Приятного аппетита. А вон там за трубами. Эх, красная трава. Где ж ты была? Смертоносная хуйня. Вот этот пиздюк лежит, смотри. Да ты что-то, блядь, такое, нахуй? Я ж тебя... Пиздюк, блядь. Что это? Еще порох. Все, да? Ну, я мог бы травку взять, но... О! Это короткий путь. А мне бы на самом деле сохраниться не помешало. Вопрос, где комната сохранения, я что-то не помню. Ага. А не пиздишь ли ты часом, братик? Кондратик. Опять пиздюк вывалился, а? Ну, в этот раз он не сильно меня напугал, если вот тут еще стоят. Все, ебал, он щелкает. Торгует. Ага. 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 В пасть тебе. От тебя в пасть. Ну-ка на. Ого, бля, что за звук такой, блядь? О. Стоит. А я. Куда тебе, блядь, еще стрельнуть-то надо, чтоб ты, блядь, отъебался.
Ничего нету, да? О, патрончики лежат. А, это тот друг. Привет. Куда путь держим? Вот как, блядь, прицеливаться? Эй, бля. Пыщ, пыщ, пыщ. Ну, тут есть комната для сохранения, я знаю. Вот она, в принципе, и есть. Сюда рубин? Да. А, нужен еще зеленый и синий. Гранатку дали. Еще нужен зеленый и синий. Но какая цаца. Хранить. Хранить. Все. Пока хватит. Ну, думаю, наверное, на этом месте мы с вами и остановимся. В следующей серии мы нашли, в принципе, пожарный шланг. Вот. Так что в следующей серии мы сможем с вами попытаться затушиться. Неплохо так пробежались, посмотрели много чего, много всего. Так что увидимся, подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось видео, комментируйте. Удачи и не болейте Т-вирусом. До новых встреч.